7 мая 1945 года. Войска 1-го Белорусского фронта вышли на реку Эльба и заняли города Гентин и Цербст, а также 9 населенных пунктов. Войска 1-го Украинского фронта в результате длительной осады полностью овладели городом и крепостью Бреславль. Гарнизон немецких войск, оборонявший город во главе с комендантом крепости генералом от инфантерии фон Нигов и его штабом, прекратил сопротивление, сложил оружие и сдался в плен. 7 мая к 19 часам нашими войсками взято в плен в городе Бреславль более 40 тысяч немецких солдат и офицеров.